Дорога из Палестины в Рим в первые века нашей эры занимала несколько месяцев. Случались кораблекрушения, нападения разбойников, дожди и болезни. Однако чудесные находки в Иерусалиме придавали сил. Крест, на котором был распят Господь, венец, хитон. После нескольких великих обретений, сделанных Еленой, люди сами стали приходить к ней и приносить святыни. Что-то сумели сохранить первые христианские общины, собирая по крупицам память об учителе. Некоторые из реликвий обретались неожиданно, после долгого забвения, давая о себе знать из-под спуда чудесами и знамениями.